что? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, нормально. Да, сейчас нормас. Ну, я на кнопку поставил. Че взяли? Это для нас. Ну что ты выбрал? Ты что, с ума сошел? Я туда не пойду, алло! Убирайся нахуй! Я не пойду туда! Убирай маленькие домики, нет, я не пойду туда! Че он выбрал, я не понял. Тюрьму он выбрал. Ну и что? Ага, еще хуже, блядь, поставил. А, типа много помещений или что? Да там вообще стрёмно очень. Такая тут, блядь, игра такая, ну, чисто. Не, ну в этих домах-то еще не так стрёмно, а там вообще пиздец. Кокос уже третий уровень, нихера себе задры. Меня два раза убили, поэтому меня он не поднялся. Не постоянно во мне появляются эти призраки. Знает, где женщина. Погнали. Погнали. Страшно. Еще даже никуда не пошли, блядь. Блин, а вот был бы SSD, конечно. Давайте, раз, два, три, Тони, блядь, приди... О, пришел. Горячую свечу, сфотографировать, стать свидетелем паранормального явления. Призрак Дэниел Мартинес, ответить вам только наедине. Понял, блядь. Ты уже сразу кто-то камеру включил, берите. Я камеру поставил, сейчас буду расставлять. На одной камере уже 4 фотки. Тут какая-то херня висела, я ее одел. Что это такое? Ну вот, все, короче, всё, иди вперед, мы тут посмотрим. Погнали. Ладно, погнали. Кто помнит, как зовут призрака? Дэниел Мартинес. Молодец. А, и никто ключ не взял. Пошли. Че, поехали отсюда? Давай, бери ключ, он у нас прийти. Кстати, отчет идет, как только дверь открыли. Сейчас бессмысленно ставить. Убери камеры, что ты? Дай нам знак. Как еще раз зовут ее? Дай нам знак. Дэниел Мартинес. Дай нам знак. Дай нам знак. Дэниел Мартинес. Активность поднимай. А ты что, в фургоне? Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дэниел Мартинес, дай нам знак. Дай нам знак. По-братски. Дай нам знак. Ублюдок. Дай нам знак. Дэниел Мартинес. Дай нам знак, Дэниел Мартинес. Дай нам знак. Чё это? Из Вадима прям адские духи исходят.
плюну на кого. Короче, что-то звонит. Дай нам знак. А где она позвонила? Где она позвонила? Тут вот, на этот на телефон. А свечу не брали? Зажигал? Нет. Дай я нам не... знак. Япон, сколько осталось времени? Три минуты. Кто зажигалку спись? Я на второй этаж пошел. Дай нам знак. Дай нам знак. Так кто спиздил зажигалку? Дай нам знак. Даниил Мартинес, дай нам знак. Дай нам знак. Даниил Мартинес. Короче, это точно не радиоприемник. Я во всех комнатах проходил с ним. Дай нам знак. Свечу, вот, блядь, свечу. Кто спиздил зажигалку? У меня нет зажигалки. Дэниел, дай нам знак по-братски. Тони, ты вот здесь не был. Тони, ты вот здесь не был, вот в этой комнате. Хип-хоп, сколько времени? Минут две, наверное, я в доме. У меня тут телефон, ой, этот снят. Телефон. Тихо, сука, мой. Дай нам знак, Дэниел Мартинес. Она тут, мне кажется, отвечает. Операция. Да я не знаю, он же соляр только. Дай нам знак. Пятьдесят секунд, ребят. Что такое зажигалка? Зажигалка это, блядь, зажигалка. Нету у меня зажигалки. Света тоже нету. 10 секунд, 13. Блин, без зажигалки плохо. ГГ вам. Что такое у тебя там происходит? Стоит одна на кухне. Ну или пускай Вадим, он зайдет без света и поговорит с ней заодно. Пошел ты нахуй. Там свет мигает в комнате. Так, в смысле, у тебя сейчас камера на голове. Забери ее. Ты уже взял ее, так что иди. АФК. Я пойду в свет.
Бля, вот зажигалки проебались, пиздец. Следите за активностью, пожалуйста. Нулева. Ну он точно там, там свет моргал. Посмотри блокнот, кстати. Свет выключился. Активность это 2. Это я. Нет, блокнота нету. И MP 0. И активность поднялась немного. Холод, 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 холод. Да, там холод. Эх, ёпта. Он либо в проходе стоит, либо я хуй знаю. Ну, короче, отрицательная температура, это уже показатель. Ну да. Опять упала активность. Чё, а чё EMP у кого? А что такое активность? Что она дает? Это он там активно, ну, предпринимает какие-то действия, двигается, там что-то. Что активности? Алло. 0000. А у кого ультрафиолетовый? Поднялась чуть-чуть. Один. У меня ультрафиолетовый фонарь. Он все напиздил, но никуда не хочет. Не-не, я ходил вообще-то, алло. Блуждающего тоже не видно, по крайней мере, в этой комнате. Блуждающего не было. Надо переставить еще. Пойду переставлю штатив этот. Пойдем вместе, что ли? Или ты сам справишься? На камеру и на штатив два разных цвета надо. А, два разных, блядь, ну, ща тогда. А пока активность у него ноль, ну... Безопасно ходить или нет? Да, безопасно. А сколько активность должна быть, чтобы тебя убили? Ну, если свет начнет мигать, то да, там ГГ будет. Он при какой активности начинает мигать? Как ей взять штатив? Взял. Это упало, по-моему. Да, это паранормальное явление, кстати. Или это у Вадима? Я вот понять не могу, это у Вадима или что, блядь? Я вот тоже не понимаю просто. Ну, Вадима дрочит, что пиздец, если что. Активность нулевая пока. Так, Хип-Хоп, определи, куда мне поставить этот, еще одну камеру, чтобы полностью охватить эти две комнаты. Вот назад, вот можешь в угол поставить. А, это Вадим, подожди. Хотя, может быть, вот так вот? Вадим, смотри на меня. Через Вадима смотри на меня, Хип-Хоп. Бля, где Вадим-то? Вадим вот этот, поскольку что пиздец? Ну, у вас камера моргает. Активность нулевая, кстати. Ну, можешь попробовать так поставить. У вас минусовая там, он у вас. Я пар вижу через этот, через камеру даже. Понял. Как поставить на штатив? Так же, как на обычный стол, только на штатив навести. Понял, все, поставил и включил. Должно работать. Ну да, пара зажигает. Блуждающий, по-моему. Или что это? Да, я тебя вижу. Блуждающий вижу. Хорошо, молодец. Вот как раз около двери справа получается, блуждающий. Да, вот куда фонариком сейчас светили. Да-да-да, вот там вот блуждающий. Ну, остается лишь отпечатки. Вот он, вот он. Либо блокнот. Да, надо блокнот тогда переставить в эту комнату. Нет. Он не снимок может... сделал. Вадим вон бегает. Где это? Снимок где сделал его. Ты его что? Охуеть. Не сделал, не зачлось. Ну, ты куда сказал блуждающий, я туда и сунул снимок сразу. Отдай уф. Уф, отдай. Или иди светили, отдай уф. Так, ну я пошел блокнот переставлять. А, я понял, что такое блуждающий.
Давай, я буду смотреть. А как он помог? Ну, расскажи. Ты вокруг него, ты 3 метра радиус, этот призрак не может на тебя напасть. Ну, предотвращает 2 атаки. А как, с какой периодичностью атакует призрак? Дэниел Мартинес. А, активность 4, ребят. Снизилась до 2. Активность 0. Активность 0. Активность 3. Зови, зови его. Активность 0. Чё там было? А, свидетель паранормального у нас выполнилось каким-то хером. Ой-ой-ой, активность 8. ГГ. Беги, беги, в этот. Да на кухню беги, там крест. А я забрал крест. Активность 10. Он заорал, маруха, блядь. Он в ухо мне заорал. Ёбаный рот, он мне в ухо заорал. Сука, это... Ебать. Активность 0, ребят, можете идти дальше. Ну нахуй, блядь, сегодня не так. Я подожду в фургоне. Активность 4. В фургоне занято, кстати, тут дверь закрывается. Активность 7. Иди погуляй, я тут постою. Активность 10, кстати. Активность 10. Пизда там. Так, а что нам нужно? Третью улику, да, получается? Ну да. Это либо отпечаток остается, либо EMP. Но EMP не было выше 3 вообще. Даже когда он мне в ухо заорал, вообще не было ничего. Там, походу, дело у них глушит связь, либо кто-то умер, либо кто-то не говорит фразу. Нет, никто не умер, нормально. Да не, они вроде живы были. Я следил за ними. Они друг на друга смотрят нам. Так, ладно, я перевел дыхание, готов идти. Да, я с тобой, погнали.
Вы чё, блядь? А где квест? Стоять пришли, что? А, на квест. Кто там бежал так? По лестнице. Хорошо? Я думал, Вадим. Хорошо, что я звуки сделал на 10, блядь, из 100. Мы не можем так, этот, передвигаться так быстро. А дверь зачем закрыли? Это он закрывает при атаке. А, да? Ну, давайте на созвоне. Чё там? У кого УФ фонарик? Я проверял, ничего нет. Ну, хип-попа, так ты где проверял? На кухне, блядь, крест свой. Да он светил. Иди на второй этаж, проверь. Сам иди. А зачем? Ой, ну его нахуй, блядь. Поехали отсюда, нахуй. Что он не хочет? Да, он вообще мерзость. Все живы и все, и нормально. Так, а кого выбирать-то будем? Ну, сейчас подумаем. МП пятого уровня не было, даже четырех не был ни разу. Ну да. Радиоприемника он вообще нигде не отвечал, ни в одной комнате. Может, отпечатки рук? Хотя Саша светил. Возможно, но как бы замесили. Может, замеси, может это, тоже это тень все-таки, блядь. И это что типа, тогда? Ну это импи тогда получается. А, ну это не но то, там, это пришли нагонёк. Выше трех не было ни разу. Не то. Но остаются записи в блокноте. Ну да, Юрей. Юрей. А тут нету типа в качествах, он орёт вам в ухо? Они все орут в ухо. Понял. Гайд ещё. Давайте Юрей ставить, ну давай. Да. А чё там третья улика? Какая тогда у Юрея? Записи в блокноте. Но записей там нету до сих пор. Ну да, это как бы хрен его знает. Так а там же спрашивать надо, чтобы записывать. Как мы спрашиваем? Ну чё, Юрея оставляем или чё? Ну да. Записи нету. Тогда хз, чё это? Не, ну конечно, это ещё может быть и MP5, потому что мало ли. Там у меня тогда тоже не было этого отпечаток, ой, не отпечатков, а холода, типа. Он отрицательную температуру не показывал. А потом пошёл этот... пар изо рта. Ну, давай типа я MP5 возьмем. Немного, это либо Мара, либо Юрей, либо Фантом. Фантом. Давай Фантома. Чё написано? Да, Мара это у нас. Наиболее сильная, агрессивная. Вокруг её спауна вообще не было, да? Нет, там вообще ничего нет. Короче, я предполагаю, что это Мара. Объясняю почему. Потому что там в некоторых местах есть свет небольшой, а она в нем не нападала. Так она вообще не нападала. Это что тогда получается? Радиоприемник. Ну, не знаю, у меня такое предположение. Но... я не знаю, как это работает, но я во всех комнатах абсолютно проверил вот этот радиоприемник. Ну у нас просто ничего нет, ни блокнот, ни EMP, ни радио, типа. Ну EMP у нас, я так понимаю, хотя бы тройка была? Или она на всех реагирует? Ну пойдем еще раз проверим этот тогда радиоприемник. Да не, пожалуй. Сразу активность поднялась. Ну она на входе там. На входе там стоит, активность 5. Уже 3. Тут банка катится. Не попробуем.
по-другому он уже одному, да, отвечает? Да, одному отвечает. А, ну, кстати, да. У меня так уровень, наверное, блин, ну ладно, я пошел камикадзе, короче, поговорю с ней. Если что, я надеюсь, успею вам сказать. Ну, если ты убеги, если что. Ну, если ты умрешь, понятно будет. Активность поднялась. Так, давай подождем, Ноль. Давай, все, захожу. Давай. Давай, с Богом. Зачем ты его закрыл? ГГ, он умер. Он умер. Да. Походу. Да, ему все. У тебя есть камера? Так я у Вадима спрашиваю. Есть, есть. Есть, есть, что надо сделать? Тогда. А, у нас есть 2 минуты, да? Нет, у вас 2 минут. Она активна, опять активна. Пизда. Она очень активна. Ух, я ее сфотал, по-моему. Пизду. И нахуй надо этого Тони, короче, вообще. Я она его из, из друзей удалю, блядь. Ну ты ее, кстати, не сфоткал, блядь. Блять, она прям была она там. Она очень активная, очень активная. Я просто забыл, на какую кнопку фотать, блядь. Кому, кому фотоаппарат дать? Да у меня да, есть фотоаппарат. Есть. Ну все, ну не идем толпой. Да я попробую, может я здесь из двери ее увижу, сфоткаю. Нет, там не видно. Она прям активность, ходила вот рядом. Смотрите, активность, смотрите. Я иду, иду, иду. Давай. Так вон угонек блуждающий, смотри. Вот отсюда видно. Где? Так, ну, вон около двери, видишь? Вон около, под столом сейчас. Поднимай. Слева, слева. Так это, блядь, банка катится. Банка катится. Блядь, она кидается ими. Ну фотайте и бегите оттуда, активность как раз падает. Ты чё сфотал? Пошла нахуй, блядь. Нахуй, блядь. Всё, пошла нахуй, я. Она вся банку кинула. Ты чё, падла, блядь? Сейчас я в нее банку кину. Она в нас банки кидала, блядь. Ну, похуй, короче. Ну и нахуй. Забирай, блядь, свое пиво и пошла нахуй отсюда. Ладно, поехали отсюда. Ставьте, что ставите, похуй. Ну да. Поставили? Я закрываю. Я фантома поставил, да. Потому что я видел тень. Поехали. А тень это что у нас? Там есть тень, блядь? Просто тень. Есть, но она к нам не подходит вообще. А вон у меня одна звезда была. Почему? Блять, как так-то? Есть Юрей, блядь. Я же говорил, Юрей, блядь. Ну и похуй. Тони, ты живой? Нет, я обосрался. Я поняла! Я поэтому сняла. Как она тебя убивала-то? Я не знаю, я стою, короче, прям над крестом, смотрю на крест, блядь, молюсь нахуй. И она просто подходит ко мне. Ей похуй было вообще на все. И на молитвы, блядь, и на крест животворящий. Вообще потом там эта дверь просто не открывается, ни хрена, ничего. Я ей еще говорю, дай знак, блядь. Нет, там... Пизда, блядь, вообще. Дай знак, говорит. Так, ну, восхитительно, я готов, по-моему. Так. А что, надо что-то покупать или что? 80 бачей есть. У меня уже 200 бачей. Что нам надо? Что-нибудь. Нам что-то не хватает. Нам по-любому надо зажигалка. Зажигалка надо. Беру. Инфракрасный датчик у нас был. Сейчас его нету, да, по-моему? У нас нет. А, ну да, знаешь, почему зажигалка пропала? Потому что она была моя.
я сдохла, она исчезла. А, термометр был. Да. Так, а термометр есть? Давай я возьму. Не вижу. Я взял термометр, сейчас добавлю. Давай. Все, положу. Ага. Можно еще блокнот взять, типа еще один раскидывать куда-нибудь? Да, еще возьму. А так нахрена нам первая палочка? Ну, она нормальная. На концерт собрали? Ага. Вы еще не слышали, как я орал, да? Потому что она вырубила связь. Да. Мы поняли, что там эта пизда, короче, произошла. А как ты, чё, поговорил с ней, нормально? Да, нормально, заебись. По душам, душевно было? Готовность тыкать. Я в баскетбол играю. Короче, надо очень быстро. Если там она отвечает только одному, значит, с радиоприемником идет один сразу же в дом. И пока не находит... И все, блядь. И ССД нету, блядь. А ты тут уже, блядь? Да, нихуя, как так получилось? ССДшку себе засунуть. Зажечь благовоние надо, рассудок и сфотографировать надо. Дана Томпсон отвечает всем. Отвечает всем. Благовоние у нас есть, если что. Я пошел с камерой. Донна Томпсон. Синяя затычка. Камеры, походу... Ой, карты, походу, только один раз скачиваются, и все. Дальше уже вообще до пизды. Это неоновая как раз. Термометр возьмите, надо сначала найти эту комнату. Я взял термометр. Потом уже все расставлять. Смотрите, я вот, наверное, поставлю в одну большую. Оденьте кто-нибудь вот эту хуйню. Ну, я пока не могу. Благовоние нужно, да? Я возьму. Дашка надень эту хуйню. Да благовония сейчас не нужны, надо еще найти сначала. Надеть ключ, хуйню? Ключ взяли, да? Ну, камеру. А где? Я термометр взял и этот, и фонарь, У меня МП и радиоприемник. Я вообще максимально выживаю. Дай нам знак. Данна, как-то данные. Дай нам знак. Дай нам знак. Поехали сразу на второй этаж. Дай нам знак. Дона Томпсон, дай нам знак. Дона Томпсон, да? Дай нам знак. Бля, что тут? Дай нам знак. Почему я захожу, уже какая-то хрень? Ай-яй-яй. Что за звуки, блядь? Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Почему в холодильнике дверная дверца кого-то чего-то? Дай нам знак. А мы 5 минут, да? Мы бессмертные, типа, нормально все. Да. Ху, дай блядь. Нам знак. Я дай первые 5 минут знак. С вами, здесь? А потом нет, вы поняли, да? Дай нам знак. Ты здесь? Дай нам знак. Дона Томпсон? Где ты? Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь, дай знак. Дай нам знак, Дона Томпсон. Этаж и подвал еще. Дона Томпсон, дай нам знак. Вадиму предлагаешь в подвал идти. Блять, она здесь. Она на втором этаже. На втором этаже. Она там дышала, прям... А, это... Или это Кима, блять, дышал так. Блять, иди ты нахуй просто, блять. Да не дышал я. Да я не дышал, заебали вы. Дай нам знак. Но здесь как-то скачет температура слишком сильно. Дай нам знак. Дай нам знак. Анархия. Сколько времени у нас есть? Дай нам знак. Ну еще есть. Дай нам знак. Дона Томпсон, дай нам знак. Дай нам знак. По-братски. Короче, я второй этаж проверил, первый тоже. Здесь 14 градусов, Дона блядь. Томпсон, дай Дона нам Томпсон, знак. Дай нам знак. Дона... Дай нам знак. Где ты? Слишком дай много фантомных знак. Звуков. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай знак, где ты? Сучка, где знак. Ты? Мне страшно.
Дона Томпсон, где ты? Дай знак. Отпечатков я не вижу. Так рано еще. А они когда появляются? После первой активности. То есть, когда 5 минут пройдут? Ну да. Опять по Диму. Мне уже путаюсь, на самом деле. Дай знак, где ты? Мне кажется, или она хуярит посуду? Это Вадим, наверное. Да вы заебали все на меня скидывать. Вадима там звуков... Это сейчас не Вадим. Мы на втором этаже были, когда она, когда здесь что-то разбивалось. Ты близко? Покажи. Димыч, где там температура-то, ты говорил, была низкая? Низкая. Что-то скрипело, нет? Или что это? 14 было градусов. Нет, 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 это... Где? Это... Дай нам знак. Это этот врубился. Покажи себя. Да. Вниз идем? Слева. Себя. Слева где-то там было. Дона Томпсон. Слева где-то радио включилось. А по рации ты надо говорить, по рации. Дай нам знак. Привет, ты тут? Там, кстати, время все уже, по-моему. Там время, по-моему, уже все, ребятки. Дай нам знак. Я по-братски съебался. Активность двоечка. Дона Томпсон. 14 градусов вот здесь. Да это ничего. Где ты? Покажи себя. Пойду за УФ фонариком, или он у нас здесь? Он здесь. Пойду за благовониями тогда. У меня благовония, зажигалка. Дай нам знак. А что благовония делают? У меня. А, да, они попасть. Подгоняют секунды на 3-4 призрака во время атаки. На 3-4? Да. Ну ты кидаешь прямо в призрака и эту благовонию и можешь дальше бежать. Сколько активности? По-моему, или там этот... где-то включился... как его, раковина. Так он... Да, у меня на кухне, блин. Ааа... Я не понимаю, что за помехи вообще тут? Это радио типа какое-то играет? Да, это радио там где-то включилось. Активность 2, поднялась немного сейчас у кого. Да мы все в одном месте тут. Если мы все в одном месте, можешь попробовать благовоние зажечь? Дона Томпсон. Дай нам знак. Дай нам... Дона Томпсон! Дай нам знак. Активность 0.
Не покидай меня ты так, женщина. Да, я это, блин, благовоние пошла ставить. Чат. Ну, я так понимаю, нам надо куда-то идти? Вы что там, блядь, героин нюхаете? Вадим, ты заебал. Он реально заебал. Поставь на кнопку. Твои вот эти звуки очень пугают. Больше, чем сама игра, да? Я не могу сейчас поставить на кнопку уже. Аппарата. Только когда выйдем. Я вот тоже не знаю, как их ставить. Что они не ставятся ни хера. Может, там благовониальная какая-нибудь подставка есть. Ну что, надо искать дальше. По всей видимости, она не здесь. Короче, я хуй знаю, как благовоние поставить. Так ее не надо ставить. Как ее по... А, не воняют, блядь. Ты поджигаешь и кидаешь ее. С этих благовоний. На Г просто, и все. Так пойдем. Пойдемте все вместе. Так, куда? Давай вот сюда, вот направо. Дона Томпсон, где ты? Дона Томпсон, дай нам знак. Бабищ. Дона Томпсон. Да это мужик, по-моему. Дона? Где ты? Где ты? Дай нам знак. Кость, где кость, ты? Кость. Забирай. Надо сфоткать сначала. Фоткать. Не бери. Не бери, пожалуйста. Понял, давай. Благовония, короче, не воняют. Забирайте, кость. Дона Томпсон, дай нам знак. Где всё, ты? Берите. Здесь? Поговори с нами. Дай Дона нам Томпсон, знак. Дона Томпсон. Сфоткала? Да, бери. Бери, не могу что-то. У меня тоже фул инвентарь. Да, она просто. Да, она не фул инвентарь, а меня закрыли. Че, че происходит? Дона Томпсон, дай нам знак. Дона, ты где? Ты здесь? Где ты? Выгоняю. Где ты? Дай нам знак. Алло, блядь, ну алло. Дона Томпсон. В конце-то концов, ты надо здесь? Быть где отзывчивее ты? К людям. Где Hello? Ты? Дай нам знак. Дай ему пизды. Бля, это Мармок видел место. Ты. Да где не подохли? Дона Томпсон. Бля, пизда нам. Вон. Вот. Она бежала сзади. Дашку убили. Дашку убили, видите? У меня нету. Четыре. Все, пошли нахуй отсюда. Ну, короче, надо туда ставить блокнот. До свидания, блядь. Ебал, бля, сейчас зажигалку хотя бы скин. Ёбаный фул инвентарь, нельзя брать фул инвентарь, короче, надо брать поменьше. Так надо брать что необходимо, все подряд с собой таскать смысла нет. Не, ну я вроде все необходимое взял. Фонарь и температуры. Температуры там не было, минусовой? Температуры не было. Я хуй. Блять, я его увидел два раза. Так, что будем делать? Ну я там поставил крест. Можно, в принципе, идти. Как в прошлый раз, ну иди. Да не, он может быть сработал уже два раза, поэтому в третий уже типа не сработал. Короче, я взял рацию. Берите кто-нибудь термометр ебучий.
У меня у Эф фонарик. У меня обычный фонарик. У Эф фонарик и МП. У МП была четверка. Термометр я не беру, я лучше с Дашей вещи подниму. А, кстати, Дашу сфотали? Да, да, бесполезно брать. Дона Томпсон, ты здесь? Дона Томпсон, ответь мне. Ты здесь, Дона Томпсон? Блядь, дверь закрылась. Атака, атака. Пиздец. Открывай дверь, нахуй. Блядь. Ёбаный рот. Просто в уголке сядем. Тихо, тихо. Кого-то убили, меня. Ну дверь она открывает быстро. Короче, не знаю, это ползающее что-то, блядь. Че, ебаный рот, блядь. Я так обосрался. Когда оно ползло потихоньку. Ну я его сфоткал, если чё. Что у нас есть? Средний нас рассудок, есть трупы, слушай. Блядь. Нам надо средний рассудок Вадим, как-то. Вадим, поконим, блядь, у нас возможно криминал, блядь. Подожди, а знаешь, какой тип призрака блядь? Вообще хоть примерно, блядь? Давай MP5, допустим, там 4 было, да, вроде допустим, как? Допустим, да. Огоньков не видели, блядь. Минусовой температуры не было. Мы ничего вообще, там она на втором этаже терлась, поэтому мы нихуя ничего не сделали. Кто угодно может быть, блядь. Тони говорил, что он вроде все прошел с этим, с радиоприемником, да? Типа. Чё? Тони с радиоприемником все прошел, нет? Нет, это у меня радиоприемник был. Ну чё тогда, я не знаю, я Они поставил, короче, и вообще. Все, поехали отсюда быстрее. Я нервничаю. Да она сюда не придет, не нападай. А на улице? Что за звуки? Я думаю, что это ревенант, и мне похуй, короче. Почему? Он быстро бежал, блядь. Он бежал, он же полз. Но он быстро достаточно полз, я считаю. Так, да, я почитаю про них. Так. Слушай, это не фантом, потому что ты его сфотал, и он никуда не исчез, получается. Да, и не этот, не ползающий там, чё, мираж. Он, точнее, не летающий, не мираж. Угу, и не мираж, да. Мне кажется, это ревенант. Не знаю почему, кажется просто. У нас просто ничего нет вообще. Короче, блядь, надо валить отсюда.
Не, ты ну, выбрал, слушай, блядь, а закрывал. Может быть, Эрвинан, да. Но это тоже не тень, потому что ему было похуй на то, что у нас было трое. Да нет, это не тень, это однозначно не тень. А может, демон? Хуй знает. Не знаю, выбирать что-нибудь, поехали отсюда. Демоны атакуют чаще всех остальных видов. У нас же, блядь, Тони говорил, 2 минуты есть. Да нет у нас 2 минуты, у нас только в начале вот есть время и все. А там он типа по КД ебет или что? Да, он, то есть, ну, прошлый дом вспомни, блядь, там просто по КД призрак ебать начал выходить. Выбирай давай, там сейчас уже. Сейчас, минуту еще, подожди. Бля, Якая еще тоже очень может быть. Ладно. А какие там на этого, на ревенанта? Или на демона, да блядь? Да похуй, ты выбираешь призрака и все. Все, я выбрал. Погнали. Здорово, Харкоман. Демон. Я демон. Да, демон. Ну ладно. Я заебойка. Страшно нахуй. Жище, забей, блядь. Я готов первые 5 минут играть в эту игру, блядь. Дальше я в фургоне чекаю. Я добавляю только мощный фонарик. У меня бабок больше нет. Надо как-то сразу же определять его местоположение за эти 5 минут. Вадима в чате пишет, в психбольницу едет. А, пускай сам едет. Так, я готов. Ну, потому что надо просто нам по несколько этих взять. Нам что-нибудь нужно это еще взять? Мне кажется, надо нам всем взять этот радиоприемник. А, их только 2 можно, да, взять? Да. Надо 2 взять, чтобы вдвоем. Тут можно 6 видеокамер. Я вот не пойму, радиоприемник, если же вот пройтись по всему дому и он тебе не ответил, то это все, можно его выкидывать? Или же, ну, или да, он потом пойти, ведь, да, может еще ответить? Я возьму и радиоприемник докину еще. Ну, я готов, ладно, погнали. Сейчас разберемся. А, похуй, погнали, чё. Что-то у нас мало всего, нет? Тогда зажигалочку надо. Зажигалки нету, да. Купил их кто-то уже? Да. Датчик движения, это что такое? Надо накопить, проверить. Ладно, погнали. Да, датчики движения всякие эти, они нужны как раз таки в психбольнице, там, ну, в здоровенных зданиях. Здесь он не поможет особо. То ничего по ССД. Тоуник к нам приходит, Тоуник к нам приходит. Приперся. Так, соль, распятие, рассудок. Джорджи Джексон. Отвечать вам только наедине. Короче, опять Джордж. Наедине. В смысле, наедине это прям... Это фермерский дом. Наедине вообще? В комнате должен быть один. А, в комнате, не в доме. Скорее всего. Уверен, что в комнате? Нет, я думаю, в комнате должно. Так, как его зовут-то? Джордж Томпсон. Джордж Джексон. Да, похуй. Я понял.
Я все равно его звать не буду. Увидеть следы призрака на рассыпанной соли. Сольку я сейчас буду рассыпать, только главное, чтобы самим в них не вляпаться. ГГ. Поехали. Надо больше купить всякой залупы, которую определять. То есть определять нечем. Соль в комнату с призраком пишут. Да понятно, блин. Надо сначала комнату найти. А, да, ключ взяли? Да. Окей. Так, ну рассасываемся тогда. Я сразу на второй этаж с приемником. Ты как здесь? Его зовут? Ответь нам. Как его зовут? Джордж Джексон. Джордж Джексон, ты здесь? Где? Дай нам знак. Джордж Джексон. Джордж, братан, ты здесь? Ты здесь? Джордж Джексон. Понял. Не здесь, не здесь. Не, надо открыть и держать. Джордж Джексон, ты тут? Что женщине не давали? Джордж Джексон, ты тут? А, кстати, Костя, знаешь, ты здесь? Камера есть у кого? Есть у кого камера, у меня тут Кость. Нету. Ты здесь, я братан? Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Джордж, ты тут? Ты здесь? Дай нам знак. Покажи себя. Ты здесь? Что там по температуре? Где ты? Блять, а еще больше дом можно было сделать? Ты здесь? Маленький дом, а что-то да, большой домик. Джордж Джексон. Джордж Джексон. Джордж Джексон, дай мне знак. Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Сучка. Короче, его нет на крыше, на чердаке. Сейчас второй этаж допроверяю на радиоприемник. Ты здесь? Ты здесь? Дай нам знак, Джордж Джексон. Ну и пошел нахуй. Джордж Джексон. Джордж Джексон. У меня. У меня. Рядом с Костью, рядом с Костью. Где-то здесь. Ага. Первый этаж? Первый этаж. Прям возле входа где-то был он. Где-то здесь надо искать. Ты здесь, Джордж Джексон? Ты здесь? Ты здесь? А, он нет. А, он мне ответил, слушай. Ответил, да, я слышал, все. Только отлично. Он сказал фар прямо это, да? Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь, ублюдок? Ну, типа, рядом с Костью не особо. Тебе надо говорить, дай мне знак, чтобы он тебе что-то сделал. Дай мне знак. Надо быть одному. Ты здесь? Дай мне знак. А, я сейчас выйду, вот. Я сейчас сольку посыплю аккуратно. Ты здесь, Джордж Джексон? Короче, Джордж Джексон. Дай нам знак. Дай нам знак. Вот, возле меня. Блядь, он прям здесь, он сказал здесь, сука. Он возле меня, да. Это рация? Рация ответит? Возле гостей. Да. На, созвони. Надо тащить камеру туда ставить. Надо блокнот туда тащить. Да, можно тащить камеры и блокноты. Взял камеру. Радиоприемник взял, уже не нужен. Взял блокнот и взял фольку. Так.
Я крест сделал. И... Дай мне знак. Напиши что-нибудь. Он ушел, что ли, отсюда? Так, ну минусовую температуру... Так он не тут был, он был тут вот на входе. 5-6 градусов. Джорджи... Он вот здесь был. Вот здесь, в этой комнате. Он вот в этой комнате был. Он скончился, да? Давай. А где камера со штативом? Штатив на базе. Он вот прям здесь был, где мы стоим вчетвером. Да, 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 вот он где-то здесь был. Камера на кухне. Ты кинул сюда крест? Переставить. Крест кинул? Тони. Тони! Что? Да сейчас-то зачем? В смысле, блядь? О, перед входом крест надо кинуть. Где ее поставить-то, блядь? Ну, можешь поставить вот здесь, вот так вот, чтоб смотрел. На всю эту комнату, вот так. Ты соль мне там рассыпал? А вы сфотали кость? Я вот взял его сейчас. Никто не фотал, да, кость? Я не фотал. Нет. Ты можешь крест сюда на вход положить? Блуждающий есть блуждающий огонек. Есть блуждающий. Ну, получается, уже две улики. Входа, вот где вот Дашка сейчас ползает. А соль есть еще? Есть еще. Я их не брал. А соль есть у нас еще? Соль нет, я что там раскидал. Красавчик. Ну, нам осталось проверить две вещи, EMP и этот отпечатки. Четыре. Пизда нам. А чё мы все? Он как тень. А всего вот был бы 4. Ёбаный крест здесь, мы бы выжили. Так крест и стоит, вот он, блядь. Мы и выжили, разве нет? Красава. Хватит закрывать. Господи, как же пролагивает в этих дверях, как тут так много. А есть у кого фонарик? Не брали? Он как тень, короче, на нас надвигался. Да уже один раз так же надвигался, от нихуя не тень оказалась тут. Сука. Так, это первый раз нас спасла, да, эта хуйня, я так понимаю? Да. Она два раза спасает? У кого фонарик-то, блядь? У меня. А чё ты, блядь, не посветил? Иди свети. Там нет нихуя, я светил везде. А в смысле нам не засчитали? Остановить призрак при помощи распятия. Ну, может, не напал в итоге. Там активность 10 прям была.
Ну, видимо, надо прям в него кидать, а не чтоб он лежал. Ну, мы же выжили. Я в прошлый раз типа кинул, блин, когда вот он там бегал, видимо. Надо вот, видимо, в момент, когда он рядом кидать. Да, по всей видимости так. Пишет чувак, что ты либо его кидаешь, либо он лежит. Ну а как тогда? Мы все спаслись. Не знаю. Еще написано, крест просто лежит. Но если бы он спас, он пропал. У нас только блуждающие есть, еще призрачные. Ну да. Хуёво, чё. Он рядом. Активность 3. Он в этой комнате где-то. Привет ему, блядь, чё ему? Упал актив. Он может быть наверху, хуй знает. Да, такое здание кончено. Ёб твою мать! Я убежал. Блядь, он дышит прям в ухо. Это Кима сидит, балует. Дашка обосралась. Иди, давай, вперед. Я пыталась сфотать, а не обосралась. Нихуя не сфотала. Ну так тем более иди тогда вовнутрь. У меня я прислала всю камеру. Я судорожно фотала призрак. 8 активности, он где-то у вас. Все, мы прослали все камеры. Все, поехали отсюда, блядь, пока мы живы. Все, активность упала. Че, какие идеи? Ехать нахуй, блядь. Но, как тебе идея? Но было 4, может быть это и пятерочка МП. Давай сделаем пятерочка МП. То есть призрачный огонек и MP5. О, последняя фотка там, оказывается, взаимодействие даже какое-то дало. И это джин? Тень, может? Тень не нападает, если же... Ты кого мне не напал, когда мы все вместе были? Может. А, кстати. Кстати, может. Мы же все толпой стояли, на нас и не напал. И что это тогда? Слушай, а если так, то можем вообще записи. Идти спокойно, да? Если мы из этой ситуации расходимся. Идем все вместе также толпой и ищем дальше. Какая там улика у тени еще есть? Блокнот. А он ну, там блокнот написал кинем. Блокнот, не смотрели, я кидал блокнот туда. Не смотрели. Ну пошли посмотрим, что. Все вместе только надо. Будем надеяться, что это тень. Тебя. Нике, все. Сфоткайте записи в Нике. Записи блин, в Нике, да фотки сфоткайте все просраны. Нету фоток. Ну все. Все просрали, да. Ахер, блядь, отсюда валим, блядь! Понял, ты чё? Я говорил, я орать и пищать буду. А чё там за записи-то были? Да там какие-то записи. Ну что написано? Ну просто записи в блокноте. Ой, следы соли на этой, на... Это Юкай. Следы призраки на соли. Почему Юкай? Тень. Ну, в смысле, призрачный огонек, радиоприемник. И записи в блокноте. А, радиоприемник был? А, да. Точно, да, радиоприемник же был. А, ну все тогда, я просто не знаю, ну, радиоприемник что скажет. А почему он на нас тогда не напал? Засал наш охуенно. Ну, видимо, раз 5 все-таки. Хотя хуй не знает. Ну, я бы ему пизды дал, конечно. Поехали, все, выставили все. Дим тут крутится, приседает. Блин, страшно нахуй. Поехал! Е-е-е. Ну, нормас. А как страховка работает? Типа, умираешь, тебе за то, что тебя сфоткают, вознаграждение. Возвращаются деньги.
Вознаграждение 0 за фотку. Знаю я такие, я видел видосы такие. Че, погнали дальше? Успокойтесь. Ну да, добавьте там все. Слушайте, а если у нас будет стресс, ну, не на маленьком уровне, а на высоком, ну, в норме, короче, он на нас нападет все равно? Ну, в зависимости от демона и сложности. Вообще, демон нападает, типа, при меньше 60%, остальные призраки при меньше 50% нападают. А то есть, если у тебя 100, ты можешь вообще один спокойно идти? Но если он не слишком агрессивный. Блять, типа со временем он, у него агрессивность повышается, поэтому надо быстренько все делать. Я даже второй распятие купил, блядь. Так распятие же не от всех помогает. Я так понимаю, только от двух видов помогает распятие. Ну, там от всех. Просто распятие на банше работает в радиусе 5 метрах, а от остальных в радиусе 3. Ну, ты тебя убили же, или кого, или хипопа убили прямо на распятие, блядь. Когда... Меня. Ну, я хрен знает. Но при этом хип-хоп в прошлом тогда тоже не убил, он стоял на распятии. Его вообще никогда не убил. Не знаю, там возможно, вроде написано. Мы вообще без шмоток останемся. Ну как там говорили эти ютуберы, там, короче, два заряда есть у распятия. Ой, блядь, что-то купить надо нам? У меня 100 баксов есть. Да пока нет. Где, у меня тоже 200 с хреном, блин, что-то они тут все сами. Соль, надо, наверное, соль нужна. Соль. Соль есть, две штуки. Ну, блядь. Ладно, ну поехали тогда, чё. Я готов. Джордж Миллер. Соль, отвечает свеча, всем. Фотка. Нормально, нормально. Соль, свеча и сфоткать надо. Ну, ищем комнату и по идее изи задание. Ай, соль, свеча. Короче, надо соль взять, да? Ищем комнату, потом... Ключ взяли? Да. Окей. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? Дай нам знак. Ты здесь? Ты здесь? Зовут, дай нам знак. Как его зовут реально? Джордж Миллер, что ли? Джордж Миллер, ты здесь? Здесь, дай нам знак. Джордж Миллер, ты здесь? Где ты? Дай нам знак. Джордж Миллер, дай нам знак. Джордж Миллер, ты здесь? Джордж Миллер, дай нам знак. Джордж Миллер. Где ты? Джордж Миллер, ты здесь? Ты далеко? Ты здесь? Джордж Миллер, да? Короче, в подвале его нету. У машины что-то тоже тишина. Тишина у машины тоже. Надо, короче, искать. И здесь? По всей видимости, в самом начале, только лишь по градуснику. Ты здесь? Ну или EMP, это если повезет. Ну, да. Ты здесь? Градусник у кого-то есть? Я не брала. Вот, 5, вот здесь, у меня. Ты здесь? Вот здесь. Где ты? Вот здесь. Видишь? Вот. Ставьте блокнот.
Здесь пятерка нахуй сразу хуярит. Ебись. Ты здесь? Дай нам знак. Дай нам знак. Зачем мне говорить, дай нам знак, если он отвечает, но ты здесь тоже. Дай нам знак. Нет, он не отвечает. Но у меня рация же, блядь, нет ответа, отвечает мне. Ёб твою мать! Он пищит. Сучара, блядь. Джордж, дай нам знак, рассыпьте еще соль немного. Нет, вся соль. Я пошел с... Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Дай нам знак, Джордж Миллер. Нет ответа. Все съебались, я съебаю. Куда все ушли, кстати? Да ну и их нахуй, потому что все правильно они сделали. У меня нет термометра. Там лежит термометр. Термометр там лежит. Ну я фотик взял и крест, короче. А сколько времени у нас? Минута у нас, ребятки. У нас минута. Погасил, да? Нам надо найти эту еще кость. Кость видели? Кость не видели. Соль это по заданию? Соль, да, по заданию. Сейчас я проверю, что по заданию. Давай. Блять. Нет, все нормально, я уже думал, все. Соль зачли, свечу зашли, зашли нам сфоткать. Замечательно. Кто с фотиком? Я с фотиком. Давай. Кидай сюда крест, мне кажется, слышишь? По-братски. Минута еще, минута 16. Ну, в блокноте ничего нет. Блин. На камере ничего не видно. Ее либо надо переставить, либо хуй знает. Гениально. Ну, просто да, с этого ракурса огонька никакого не... Там еще минут 16? Он ответил, 50 секунд. Соль, если что, зачли, можно ходить. Он не точно не наступал на нее. А как ее крутить? Я ее переставляю. На как, это, как на кнопку камеру? Мышки ее крутить. Поставил. Ну что, зато наступил.
Ну хотя сейчас в фургоне сидел. Не спасло. Как видишь. Поверь, я знаю, что делаю. Быстрее, выше и сильнее. Но главное, быстрее. Нет ничего лучше холодной стали в жаркий день. Это ваш чемпион. Я вам не пешка. Я планирую сорвать всю игру. Там вроде весело. Реактивные двигатели на максимум. Вперед! Вас поняла, хорошо. У нас просто один аутист тоже улетел куда-то. Но они все-таки с нами летят. Здесь флэт-лайн. Может, здесь найдется что-то здесь? Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго уровня. Начинаю фазу. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Третий. Здесь стандартный приклад. Второго уровня. Мне это нужно. Здесь аптечка. Тут Ива щит. Второго уровня. Здесь дробовик Ева. Мне это пригодится. Мне это нужно. Здесь стандартный приклад. Спасибо. Третьего уровня. Блять, я же Артейн, ёбаный рот. Спасибочки. Все, я готов, только надо нормальную снайпу найти.
Я готов разъебать. Спецумение готово. По моей команде. Новый лидер по убийствам. Когда борзеешь, здесь прицел. Для короткой дистанции. Надо! Еще быстрее! Мы уже в кольце. Ладно, побегаю кругами. Так, для себя. Серьезный противник. Половины нет, половина осталась. А что, где-то война будет какая-нибудь? Где стрельба? Да ну. Здесь затвор для дробовика третьего уровня. Нет. Здесь прицел для короткой дистанции. Мне это пригодится. А что мы что-то будем воевать с кем-то? Посмотрите, я не знаю. На карту. Мы слишком далеко разошлись. Погнали! Черт возьми, горжусь вами, отряд! Выстрелов поблизости. Пока, грузовой робот! Привет, добыча высшей категории! Работаю, но ситуацию контролирую. В доме было все нормально. Блять, серьезно, 9 отрядов уже. Я под огнем. Вижу врагов. Я под огнем. Перезаряжаю. Щиты заряжу и готово. Батут готов. Они что, по мне стреляют? Заряжаю щиты, насколько можно. Давайте-ка разведаем это место. Перезаряжаю. Подлечусь немного. Давай, давай, давай. Внимание, появился новый лидер по убийству. Новый. Эй, давай! Я под огнем. Заряжаю щиты, насколько можно. Он моментисто. Сейчас ударит Эми. Нам летит репликатор, амигос. Поймала пулю. Перезаряжаю. Ну как, действует обезболивающее? Бегу сквозь. Меня стреляют. Зажигательная.
Да пизда. Ёбаный Элстар, как он ебошит. Я выпускающий, что попрыгаем? Перемены неизбежны, друг мой. Я просто выбирать. Делаю их. Приземляемся прекрасными. Здесь. Я всегда отдаю. Почувствуйте скорость! Да, детка! Блять, я же Жакпейн, ёбаный я. Бля, опять меня Элстар этого наебоши. Блин, а вот эта чувиха прикольная.
здесь. Валькирия. Хуясь. Это по-прежнему я, Леся Гусева. Нет. Почему ты у меня, блядь, в рекомендациях, Леся Гусева? Что это, блять? Арены, но я не понимаю, я завис или что это? Это отвиснет. Ой, ёбаный рот, опех. Сука. Бля, надо Valorant скачать, пока пострелять там. Valorant больше нравится. А, выход из матча. Понял, принял. Спасибо. Давай, Ник, спокойной ночи.